50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West. Destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Just then they lay waste to our country. We shall lay waste to theirs. You think this will stop the lashing? Вы все равно скоро сдохнете. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Лоялисты ждут нас в полкилометре к северу. Выходим. Писта? Писта, да? Это кто? Хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут. Если ты об этом. Я не понял, да. Минус один. Отлично. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров с вами не будет ждать. Сила военного флота США, находящиеся в Персидском заливе, в состоянии полной боеготовности, получили приказ о вторжении в эту небольшую в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информацию. Радисты вывели БМ-21 с другой стороны холма.
Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми! Иван, приготовься к атаке! По моему сигналу! Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг. Всем отрядам, приступить к штурму. Контакт к северо-западу. Соуф, нейтрализуй пулеметчика фронта, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Вражеские вертолеты! Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров! Я не говорил, что здесь нет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем ВМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, вот просто выведите из него всю информацию. Пока нет. Сэр, он охотник, приближается к нам. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Вы на исходе. Так помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. У нас потери! Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм, если твои снайперы нам помогут. Добя кусло на северо-восточном краю деревни. Соу, газ. Мы должны добраться до того дома прежде, чем шпион ушел в штурм. We'll be right back.
спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Иди сможешь! Да. Я и воевать могу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6 на связи, Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли! Пошли! Мы окружим их и возьмем Аль-Асада.